Конечно, наш оргкомитет, который выполняет очень много полезной, необходимой, важной работы, но не всегда эта работа видна участникам, но она крайне необходимая. Мы подробно потом расскажем вам про оргкомитет, обязательно скажем, кто для вас работал, это будет на гала-концерте, но сейчас я хочу пригласить человека, который, под руководством которого все это работает. Я безумно благодарен Наталье Шайдеровой за то, что она делает от души свое дело по организации нашего фестиваля. Кроме того, она еще замечательная певица, первый исполнитель многих моих песен, не только моих. И хочу ей сказать огромное спасибо и пригласить на эту сцену. Наталья Шайдерова. Музыка Александра Ермолова, слова Николая Зиновьева. Сказать честно, это самая любимая моя песня, которая будет жить. Очень хочется надеяться, что вечно.
Александр Ермолов, Наталья Шайберова. Браво! Аплодисменты! Спасибо. Да, я понимаю прекрасно эти ощущения, когда ты полностью отдаешь себя на сцене, и потом ты теряешь силы, даже энергии, и вот немножко пошатывает. Я думаю, всем участникам это знакомо.